Здравствуйте, друзья! Небольшой анонс. Мы с вами движемся по улице El Camino Real в городе Пало-Альто, где я встречался тут по работе с интересным человеком. Его зовут Сергей Бурков. Он в разных интересных должностях работал в Кремниевой долине. И в частности, вот он был руководителем R&D-центра Google в Москве. Но к чему я клоню? К тому, что, обсуждая всякие, так сказать, локальные проблемы, мы договорились, что я с Сергеем сделаю интервью, и он ответит на ваши вопросы. Это человек моего возраста, мы ровесники, приехали практически в одно и то же время, он, может быть, тут на годик больше, чем я. И вот у него другой, как бы, опыт, он на инженерной стороне, он стартапер, и, в общем, так, по-всякому. Вы можете посмотреть, так, про него есть много информации, у него большое количество людей, которые в Фейсбуке за ним, так сказать, наблюдают, но вот на Ютубе как-то его мало, и у нас есть возможность это поправить. Друзья, давайте хорошие вопросы. Я бы на вашем месте не вообще задавал вопросы, а посмотрел бы. Я дам пару ссылок в описании к видео. Я дам пару ссылок на какие-то странички Сергея, чтобы вы могли посмотреть и чтобы ваши вопросы были как бы больше в точку. Да? А я обязуюсь в там, ближайшую недельку-другую с ним встретиться и поговорить, ваши вопросы задать. Ну и от себя, может быть, тоже что-то спросить. Счастливо! Да, вопросы писать надо в комментариях к этому видео. Не где-то там, не надо мне писать в Фейсбуке, не надо мне писать ВКонтакте или в Одноклассниках, я не смогу воспользоваться. Писать надо только в комментариях к этому видео, больше нигде. Еще раз счастливо!